Церемонии награждения почетных граждан Казани начнутся завтра. Торжественные мероприятия в столичной мэрии рассказали, где казанцы и гости могут отметить День республики и города. Пред площадью театра «Камал» утром соберутся лучшие гармонисты Татарстана. Там же вручат государственную премию имени Тукая. А завершится все фестивалем народного танца. Гуляния развернутся и на площади 1 мая, где ждут любителей ярмарок. На Баумана после обеда и до вечера пройдет ретро-концерт. А вот рок можно послушать у памятника Шаляпину. Конные скачки состоятся в 15 часов. Вечером гостей ждут у Дворца земледельцев на оперном фестивале под открытым небом «Казанская осень». И традиционно с акватории Казанки прогремит салют. Небо над городом озарится в 22 часа.